24 сентября выходит новый патч на арену, а также арена переходит из альфа-тестирования в бета-тестирование. Большущий патч, много изменений, давайте быстренько по нему пройдемся. Так, добавляется новая фракция, варвары и новый генерал. У них пока будет только один генерал, Арминиус. Абилки. Моментум — это юниты начинают набирать скорость и продолжают это делать, пока вы их не остановите или они там в кого-то не врубятся. Френзи — это абилка, которая увеличивает атаку за счет защиты. Наверняка не только атаку, но еще может быть мили урон. Скаут увеличивает... Юнит переходит в специальную стойку, которая увеличивает ему область зрения, но он остается очень уязвим для атак в ближнем бою. И Infiltration. Тогда ваш юнит будет выглядеть для врага так же, как и союзный. И отличить можно его будет только по мини-карте. Абилка автоматом деактивируется, когда вы входите в ближний бой. В целом, варваров описывают и бета-тестеры, и сами разработчики, как фракцию, которая предназначена для хитрых стратегических ударов. У них высокий урон, у них много легких юнитов. И они не предназначены для затяжного боя. Играть с ними приходится хитро. У них будет пока что всего 3 уровня. Тир 1, тир 2 и тир 3. Остальные добавят попозже. Также из интересных особенностей хочу отметить, что у них, начиная с первого тира, появится кавалерия, что должно очень сильно изменить баланс на первом и втором уровне игры. Да даже на первом, втором и третьем, когда кавалерии мы с вами не видали. Только у греков она начиналась на четвертом. Поменяют. Также у варваров будут особые юнит-абилки. У них будет куча разных чарджей, которые могут одеваться, например, с экипировки. А у некоторых юнитов в определенных ситуациях будут даже 2 разных чарджа, которые можно кастовать по очереди. Эти чарджи будут послабее и действуют, например, не 4 секунды, а 2. Но в целом направление с ними такое. Также в патче появится новая карта Рубикон. Вы наверняка уже видели ее обзор от официального канала по Total War. Если нет, но это просто карта, по центру которой течет река, разделяя вас пополам, вас и соперников. И она такая очень плотная и должна быть серьезно нацелена на арту, мне как кажется. Но поиграем, посмотрим. Далее. Тотальный ребаланс всех генералов. Пройдемся по измененным обилкам. Сципион. Quick March ему как-то изменили, но конкретных чисел у нас пока нет, поэтому говорить не будем. Знаем, что улучшили. Warcry теперь не сносит мгновенно мораль. Кстати, теперь, да, у греков нет этого эфира, который мгновенно всех опрокидывал в ноль, поэтому ура-ура. Warcry Сципиона теперь снижает моральку и снижает защиту в ближнем бою противника. Ярость Марса теперь это чардж для пехоты и кавы, что очень хорошо для пехоты ближнего боя, кавы ближнего боя. И Oath of Preservance, получается, они ее апнули, пробафили, и теперь защита должна была стать еще лучше. Но, опять-таки, мы не имеем никаких конкретных чисел на данный момент. В целом, очень хороший баф для Сципиона, я бы сказал, во многом за счет, что ему добавили чардж на пехоту. И теперь он не такой однобокий генерал. Германия. Германика, по моему мнению, ослабили. Чардж ему не поменяли. У него убрали поднятие щитов. У него теперь появилась защитная черепаха и атакующая черепаха. В защитной он стоит на месте, целиком укрываясь от стрелы, и получает бонус к защите и к чардж-дефлекшену. Но получает дебафы на атаку и не может двигаться. Атаки антистуда без изменений, как и было. Венженс тоже не поменяли. Цезарь. Теперь он не бафает рейндж-юниты, но больше фокусируется на саппорте. Теперь он бафает союзные юниты, деплоеблы и артиллерию. И написано, что играть на него теперь полегче. Не знаю, насколько полегче. Вене не поменяли. Види теперь также ускоряет деплоебл, конструкшены. Ну, всякие там катапульты и прочие анагры. Снижает кулдаун у этих деплоеблов. И увеличивает точность артиллерии и скорость прицеливания. Увеличивает рейндж. Вичи теперь может быть активирована в движении и активируется, когда вы вступаете в бой, и бафает союзную атаку и защиту. Divide and Conquer увеличили рейндж и продолжительность, и теперь может активироваться в движении, деактивируется, когда отряд несет урон, и не дает врагу кастовать обилки. Ну, честно говоря, за Юлия я играл меньше всего, и меньше всего могу сказать про это изменение. Он по-прежнему остается самым разнообразным, и я бы сказал, самым сложным генералом для игры. Александр мало изменился, Хаммер ему не поменяли, Энвил теперь на лейт уровнях не дает такого замка на все 60 секунд, он должен быть не таким длительным, но точных данных пока нет. Rapid Advance снизили баф на скорость и Ведж не поменяли. Хотя, насколько я знаю, изначально Ведж должен был стать не обилкой, а переключением режимов. Леонида, слава богу, его пробафали. Теперь Shield Bash дает больший урон. Hold the Line теперь это переключаемая обилка, а не активируемая. И она вас замедляет, но в то же время вы можете постоянно ее держать.
Fight in the Shade — это отсылка к тому, что когда персонали они заперли, они сказали, что мы выпустим так много стрел, что они затмят солнце, на что Леонид ответил, тогда мы будем драться в тени. Обилка отсылает к этому. Эта обилка похожа на германиковское поднятие щитов, дает фронтальную защиту от снарядов и в лейт уровнях может давать до 100% защиты. Батлкрай теперь не только бафает мораль, но и защиту в ближнем бою. Мельтиад. Мельтиада понерфали, а чардж не изменили. Теперь меньше скорости вы получаете от того, что бросаете щиты. Поднятие щитов не поменяли. Фир. Фир, который раньше мгновенно опрокидывал отряд, теперь снижает защиту и мораль, но не будет юнита опрокидывать моментально. А вместо этого снижает все более разумно. Только уже слегка паникующие юниты будут опрокинуты в ноль. Поменяли они немножко интерфейс, теперь он borderless. Честно говоря, на вскидку по скриншоту мне это нравится меньше, но на геймплей это особо не повлияет. Переработали консумблы, теперь их несколько разных видов, и они разделяются по фракциям. Есть Battle Preparation консумблы, которые действуют весь бой и как бы употребляются в кавычках перед боем. Это тематические для каждой фракции штуки, например, это может быть опытный офицер или греческий философ. Они доступны для всех. Предметные консумблы, они доступны для варваров и греков. И они будут давать вам дополнительную обилку у отряда в бою. Очень интересно, очень хочу посмотреть, что это будет. Также стоит отметить, что обилка будет иметь ограниченное количество активаций в бою. Например, греческий точильный камень позволяет вашим солдатам затачивать свое оружие, ненадолго увеличивая их урон в ближнем бою. И деплойбл — это то, что вы можете выбрасывать на поле боя, например, колья и шипы. Теперь их целиком переработали, они доступны только для греческой ветки инженеров и для римских инженеров и пехоты. Они теперь должны более адекватно выставляться и наносить меньше урона своим людям. Слава богу, теперь можно выставить шипы и не убить полотряда лучников. И не сильно, но все-таки переработали они консумаблы для патронов. Посмотрим уже конкретно, когда выйдет патч. Далее. Vanguard айтемы. Это айтемы для тех, кто регистрировался по особому событию. Это добавили новые декоративные шлемы, которые чисто заменяют модельку определенных юнитов, но никак не влияют на характеристики. Честно говоря, мне больше всего нравится, как они выглядят на первом юните. И лучше бы вот эта вот гребенка была продольная от затылка к носу, чем поперечная. Смотрится как-то не очень. Также добавили Vanguard Shield. Выглядит он очень круто. Humble Shield — это по распродаже Total War Humble Bundle, которая пока еще действует и действует до конца сентября. Рекомендую посмотреть на нее. Она у меня в одном из последних видео есть. Он заменяет греческий гоплон на вот такую модельку. Выглядит классно, я по-любому буду его юзать. Далее. Теперь они переработали цвета в игре. Все, что было раньше, это были простые плейсхолдеры, которые просто занимали место, пока разработчики не обратили на них нормального внимания. Теперь появились нормальные раскраски, они их тотально переработали. Конкретно уже посмотрим с выходом патча. Не волнуйтесь, те, кто уже покупал краски, вы получите полный рефанд всех затраченных денег. Все рейндж юниты получили небольшой бонус. Увеличился урон и в некоторых случаях рейндж. Также у всех остальных юнитов слегка снизили шанс защиты против снарядов. Так что теперь они должны стать более интересными и более опасными. Также увеличили силу, с которой копейщики убивают кавалерию. И теперь кавалерия на поздних уровнях не должна быть такой имбой. Также провели обещанный ребаланс юнитов высоких тиров. Конкретных чисел у нас пока нет, но мы знаем, что они поменяли вес у некоторых юнитов. Это можете прочитать сами в патчноуте. Перечитать их я не буду. У всех английская версия, все вы можете понять, что изменили. Камеру теперь можно приближать гораздо ниже. Ну, это для красивых скриншотиков и для видео. Стримеры и видеозапись, и видеомейкеры вроде меня возрадуются. Вы теперь можете создавать тикеты в техподдержку прямо из игры, не особо интересно. Теперь можно покупать голду прямо в игре, не особо интересно. И куча мелких импрувментов и багфиксов, таких как кавалерия теперь гораздо уязвимее против копий. Поменяли немножко карту Германии, что-то там попередвигали, что-то там добавили, разрушимые баррикады поставили и так далее. Хай-тир битвы теперь должны быть пошустрее в целом. Что еще? Дороги дают меньший баф по скорости для легких юнитов и больше для тяжелых юнитов. Так, что-то тут еще было интересно. Вот, написано, что теперь снаряды взаимодействуют с растительностью, что означает, что лес теперь дает какое-то укрытие. Это очень странно. Вася говорит, что это уже было в предыдущих патчах. Ну, теперь они это написали еще раз. Может быть, раньше лес просто как бы в числах увеличил защиту и никак не влиял на сами модельки снарядов, а теперь влияет. Не знаю, посмотрим. Также на тактической карте Потаба вы теперь видите ловушки, и она должна
лучше реагировать. Ну, в общем, это все мелочи, на которых я не хочу сконцентрироваться. В общем и целом, новая карта, новая фракция, новый генерал и очень адекватный ребаланс генералов. В целом, все довольно круто. Как только выйдет более полный патч-ноут с конкретными числами, мы сделаем более подробный обзор. На этом все. Спасибо. Пока.